вечір, шановна громада, добрий вечір, шановні гості, експерти, усі, хто сьогодні разом з нами бере участь у програмі «Контраргумент» по цей та по той бік екрану. І, як завжди, ми тут зібралися для того, щоб поговорити про найцікавіше, про найактуальніше, і поговорити не просто так, а з найдосвідченішими, найкомпетентнішими експертами у цій області, у цій галузі. І сьогоднішня тема, я впевнений, не так, як, так само, як і усі, практично усі теми, які ми тут обговорюємо, нікого сьогодні не лишить байдужим, адже в умовах зростання цін на енергоносії, в умовах зростання цін на тепло, ми говоритимо про альтернативні джерела і тепла, і навіть енергії. І не просто говоритимо про те, що як би там воно десь могло відбуватися. Ми будемо говорити про дуже практичні речі, про те, що можна зробити вже зараз, про те, що вже робиться, і зрештою про те, як зекономити наші гроші. Перш ніж представити наших гостей та експертів, я за традицією пропоную подивитися перший сюжет. Будь ласка. Сьогодні пошук альтернативних джерел енергії – це світова тенденція. У найбільш розвинених країнах давно зрозуміли, що нафтогазові надра обмежені, а вироблення атомної енергії шкідливе для довкілля та несе потенційний ризик для людства. Катастрофи у Чорнобилі, Фукусімі, аварії на атомних станціях у Сполучених Штатах змусили більш активно використовувати відновлювані джерела енергії, такі, зокрема, як сонце та вітер. В Україні питання розвитку альтернативної енергетики стало надзвичайно актуальними в останні роки, коли залежність від російського газу перетворилась на інструмент політичного та економічного тиску. Згідно з дослідженнями Національної академії наук, 11 регіонів України здатні повністю забезпечувати потреби свого населення за рахунок енергії сонця, ще 6 – вітру. Миколаївщина має величезні перспективи в обох напрямках. Ніколаївська область и в частности Северное Причерноморье, это без всяких преувеличений, можно смело сказать, что это жемчужина для развития ветроэнергетики как таковой. С самых первых времен исследования ветрового кадастра и литературы посмотреть, то Северное Причерноморье всегда отмечалось как зона с высоким ветропотенциалом. В нашей широте на один квадратный метр потужность солнечной энергии понад 1 кВт. Але це за умови, якщо є 100% безхмарність. Крім того, на Миколаївщині чимало науковців, які працюють в сфері сучасних енерготехнологій. Зокрема, при Національному університеті кораблебудування функціонує Центр прикладних досліджень в енергетиці, розробки якого відомі далеко за межами області. Першим прикладом масштабного проєкту використання вітропотенціалу в Миколаївській області став вітряний парк «Очаківський». Сьогодні там працюють 15 вітротурбінних установок, сумарна потужність яких – 37,5 МВт. Також однією з альтернатив природному газу є тверде паливо. Відповідно до стратегії розвитку енергетики в Україні до 2030 року, держава намагається стимулювати використання твердопаливного обладнання. Государство говорит, надо замещать газ. С этим все соглашаются. Как замещать? Есть альтернативные источники энергии, о чем вы говорите, ну, в виде тех же дров, которые там сжигаются, или твердых видов топлива, да? Вот государство, если вы покупаете твердотопливный котел, оно вам компенсирует 20% от его номинальной стоимости. То есть это является стимулирующим для того, чтобы люди могли переходить на такой вид отопления. Фахівці стверджують, що Миколаївщина достатньо забезпечена сировиною, яку можливо перетворити на тверде паливо. Чому сьогодні ветки сухі, весною, після саду, обрізають сади, обрізають дерев'я, просто вбивають і все зжигають, або ночі, або днем тихаря зжигають. Чому їх не можна здавати, зробити пункти, зробити общу центральну компанію, яка буде обезпечувати збор цих веток, возити сюди або в інше місце, робити палети і перевращати палети в теплову електроенергію. Це давно вже капіталістам зроблено. Але незважаючи на потужний потенціал та наявність позитивних прикладів, масового характеру впровадження альтернативної енергетики і досі не набуло.
Крім того, має місце певна протидія з боку виробників традиційної енергії. Існує так зване атомне лобі, яке нав'язує суспільству думку, що саме атомна енергетика є оптимальною для нашої держави. Хоча насправді в Україні не існує власного замкнутого ядерного паливного циклу для АЕС. Зокрема, відсутнє виробництво низькозбагаченого урану та полігони для захоронення атомних відходів. Також одним із аргументів прихильників атомної енергетики є економічність цієї галузі. Але елементарні підрахунки спростовують цей стереотип. Атомні електростанції надзвичайно дороговартісні у будівництві та експлуатації. Вони містять безліч прихованих витрат на поточні ремонти, вирішення питань подальшої долі відпрацьованих енергоблоків та утилізації небезпечних відходів. Незважаючи на це, атомна галузь утримує лідируючі позиції у сфері енергозабезпечення України. Шановні глядачі, тепер я хотів би представити вам наших шановних гостей. Віталій Бородін, головний інженер ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Доброго вечора. Добрий вечір. Олег Деркач, завідувач наукового відділу регіонального ландшафтного парку «Телігульський», знаний еколог та природоохоронець. Доброго вечора. Доброго вечора. Юрій Харитонов, керівник Центру прикладних досліджень в енергетиці Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова. Вітаю вас в нашій студії. Шановні глядачі, тепер я хотів би представити вам наших не менш компетентних гостей. Перший майданчик, прошу. Володимир Дубов, директор підприємства «Амстор Інтернешнл Груп». Дмитро Канарський, технічний директор підприємства «Дикий сад». Дмитро Мавропуло, колишній головний інженер колишнього підприємства «Центральний науково-дослідний проектний інститут «Тайфун». Вітаємо вас. Віталій Настенко, представник громадської ради при Миколаївському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України. Вітаємо. Георгій Фоменко, директор контактного центру Миколаївської області, член-кореспондент Інженерної академії України. Олександра Стоян, доктор наук з державного управління, Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Вітаємо вас. Другий майданчик. Віктор Ножкін, підприємство «Енергокомфорт», директор. Володимир Євсєєв, керівник Миколаївського обласного фонду підтримки підприємництва, декан Південної бізнес-школи. Ігор Пох, журналіст-публіцист, також завершує наш перелік гостей. Тимур Левда, директор підприємства «Сінта». Наші гості підготували для нас і для вас, шановні телеглядачі, ось таку цікаву експозицію. І ми дізнаємося, що це, для чого і як воно працює згодом. Дивіться нашу програму далі. Отже, як бачите, сьогодні буде дуже багато цікавого і корисного, і практично вже прикладного навіть у назвах деяких титулів, у деяких титулах людей, які в нас тут присутні, звучить це слово «прикладний». Отже, справді ви дізнаєтеся багато чого такого, що зможете використати вже практично після програми негайно. Чи, можливо, навіть під час програми. Я нагадую, що на нас можна дивитися не тільки по телебаченню, а також і в прямому ефірі на нашому сайті в Ніколаєві.Інфо в інтернеті. А також приєднуватися до нас можна не тільки за телефонами, які за півгодини ви побачите на ваших екранах, а й на моїй особистій сторінці або ж на сторінці «Контраргумент» у мережі Facebook. Я недаремно тримаю цей планшет, навіть вже дивився, чи немає перших якихось побажань чи перших запитань від наших глядачів, поки що немає, ну, то саме час вже починати. А перш ніж ми почнемо дискусію, я пропоную подивитися ще один сюжет. Якщо перший був більш теоретичним, то другий розповідає про те, як на практиці застосовуються принципи енергозбереження, енергоефективності і що із цього виходить. Будь ласка. Серед кількох напрямків діяльності проєкту Європейського Союзу «Програма розвитку ООН» місцевий розвиток орієнтований на громаду. Особливою популярністю користується напрямок енергозбереження та енергоефективність. Причому неабияку зацікавленістю його впровадженні в своїх громадах селяни декларували із самого початку роботи проєкту в нашій області. Енергозбереження, енергоефективність тим давно вже використовується, це
ну как, это стратегия, да, всех европейских стран, и Украина где-то уже в каких-то местах старается этим идти. У нас есть пример городов, и в Николаевской области, вот город Вознесенск, у них вообще основные все проекты, которые они практикуют, это направлено на энергосбережение, да, то есть мы проводим информационные кампании в наших селах, и в школах, и с детками, и среди громады, именно по энергоэффективности, то есть почему это нужно, для чего, какие есть возможности, какие есть недорогие возможности. У Виноградівській середній школі задля економії електроенергії встановлено сонячні батареї. Оновлена електрична система, а для збереження тепла замінено всі вікна. Зараз в закладі набагато тепліше. Середня температура в класах від 20 до 22 градусів тепла. У нас була створена ініціативна група дітей, які опитували жителів, ну, які самі великі нагальні проблеми села вони бачать. І одна із проблем вони поставили якраз це збереження тепла в школі. Адже дуже багато втрачалося тепла, енергоносіїв якраз за того, що вікна були великі, ну, вже в школі 24 роки на той час було, дійсно, треба було вже зберігатися тепло. Єдине, що ми ще хочемо, це вже ми будемо працювати на перспективу, вітрогенератор. Тому що дійсно вже показала практика використання енергозберігаючої енергії, як ми її називаємо сьогодні, зелений сонячний, що дійсно він нам ще потрібен. Взяти участь у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» широколанівці вирішили одразу ж після того, як дізналися про один з його напрямків, а саме покращення енергозбереження та енергоефективності будівель. Тоді ми вже запрацювали. Тоді дійсно у школі були зібрані представники громадськості. Це були не тільки вчителі, це були не тільки батьки, це були жителі села, які вирішили, що дійсно приймати участь у проонівському проєкті «Місцевий розвиток, спрямований на громаду». Це доцільно, це величезні кошти, які вкладаються на енергозбереження школи. А так як, не дивлячись на те, що наша школа була новобудовою і є новобудовою, всі ці вікна, які ми вже мали, вхідні двері, все це було дерев'яне, яке не утримало тепла, яке ми забезпечували у школі. Тому, зібравшись всі разом, порадившись, все-таки вирішили про те, що потрібно приймати участь у даному проєкті і реалізовувати його. Протягом літа працювала ініціативна група, створили громадську організацію, зробили проєкт, провели тендер. І ось вересень 2015 року для нас був дуже вдалим, тому що практично за неділю всі прилади опалення по ремонту нашої капітальної системи, всі роботи були виконані. І ми сьогодні перший раз у школі пустили тепло. Вікна, склопакети, нові прилади опалення. І ми сьогодні відчули зовсім іншу обстановочку, ніж та, яка була у нас до цього часу. Коли ось така була негода, як сьогодні, наприклад, падав дощик, дітки йшли до школи, промочили взуття, уже більша кількість батьків, знаючи про температурний режим, який не відповідав санітарно-гігієнічних нормах, уже дітей до школи не пускали. І в таку негоду у нас вже кількість дітей відвідування скорочувалося катастрофічно. Сьогодні до школи прибігла велика кількість батьків подивитися, як в школі тепло, комфортно. І коли заходили і подивилися, що по класах уже 17 градусів, а ми почали опалювати тільки 3 години, тобто почали з 5 годин ранку, всі були в захваті. Завдяки саме проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН було зроблено вуличне освітлення в селах Сухабалка та Лідіївка Доманівського району. До речі, майже 7 років тому саме цей проєкт з відновленням вуличного освітлення, успішно втілений в життя, був єдиним на всю Миколаївську область. Вартість проєкту – 120 тисяч гривень. Він називався «Сяничними вогнями рідне село». Повністю освітлені вулиці села Сухабалка, села Лідіївка. Було дуже багато додаткових умов, які поставив перед нами проект СВА. Це і додаткове фінансування зі сторони громадської організації, додаткове фінансування і співфінансування в проєкті громадської організації, місцевих органів влади, фермерських господарств. Але завдяки тому, що от спільна така робота громади і влади, ми виконали ці всі умови. Ми створили цей проєкт, і коли сьогодні будь-хто заїжджає в наше село, то дійсно він сяє нічними вогнями. Протягом 7 років, що наша область співпрацює з проєктом Європейського Союзу у програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», зацікавленість громад в реалізації інноваційних проєктів тільки зростає.
У нас утверждено уже 28 проектов, да, из них это 2 кооператива. Вот, и из обычных, да, проектов, как мы их называем, регулярными, ну, наверное, 30% – это проекты, которые вот несут себе компоненту или полностью инновационные, да, вот как энерго, вот, сберегающие вот эти теплоаккумуляционные обогреватели, солнечные освещения. Естественно, мы учим людей думать о том, думать на перспективу. Отже, у нас вже йшла мова і про теорію, і про практику, і зараз саме час надати слово нашим гостям. Будь ласка, панове, за традицією, по одній хвилині для того, щоб визначити вашу позицію на самому початку програми. Будь ласка. Добрий вечір, дорогі ніколаївці. Мені приємно тут представляти наше підприємство, яке є одним із крупніших в місті поставщиків тепла. Звісно, тема енергоефективності, енергозбереження у нас достатньо, так сказать, выдвинулось сегодня на первый план. Вот. И мне бы хотелось, конечно, чтобы в дальнейшем вот эта тема, которую мы сегодня поднимаем, она должна как-то обрисоваться в общем плане, значит, в общем плане страны и в общем плане города. Потому что тема, которая вот энергоэффективности или каких-то мероприятий по энергоэффективности, сегодня мне даже на нашем предприятии, я его вижу, она как-то разрознена. То есть есть много каких-то моментов, связанных с выработкой электроэнергии, с альтернативным отоплением, то есть палетами, там, соломой и так далее. Но так как мы на сегодняшний день являемся как бы монополистом, может быть, в городе, то я не вижу общей концепции вот этого направления. И сегодня могу констатировать, что в разрезе, например, даже той же области Николаевской или города Николаева есть, так сказать, большой ряд мероприятий по энергоэффективности, но нет, не выработана программа. Как это будет выглядеть, как это будет взаимосвязано сегодня с одними из крупнейшими поставщиками тепла, то есть это Николаевская ТЭЦ и обл. И нашим предприятием Миколаев обл. Теплоэнерго. Вот этого я как бы не вижу. Я, конечно, хочу, чтобы мы на, так сказать, на этой встрече, понятно, что у каждого есть какие-то свои мысли, это, но мне бы хотелось, чтобы вот этот разговор дошел все-таки как бы до немножко на выше уровень, для того, чтобы вот эти все идеи нужно всегда объединять и направлять в общем, так сказать, развитие теплогенерирующих предприятий и тех предприятий, которые на сегодня являются основными поставщиками тепла, электроэнергии. Вот. Поэтому я думаю, что будет, конечно, конструктивный разговор. Вот, и мы надеемся, что те предложения, которые есть сегодня на рынке, мы воплотим в дальнейшем в жизнь. Спасибо большое. Олег Михайлович, пожалуйста. Як представник екологічних організацій, є, звісно, прихильником розвитку відновлюваної енергетики в промисловому масштабі, тим більше, що Миколаївщина має значний потенціал. За розрахунками Інституту відновлюваної енергетики Національної академії України, наш потенціал 3600 МВт встановленої потужності, тобто при коефіцієнті корисної дії 0,3, ми можемо отримувати більше 1000 мегаватт електроенергії лише з вітроагрегатів. Ну, звісно, величезні перспективи і в інших відновлюваних джерел. Тому я хотів би якраз підняти цю тему і хотів би відразу собі в актив записати те, що я був один із авторів назви південноукраїнської вітроелектростанції або південноукраїнської ВЕС як альтернативи нашій південноукраїнській атомній станції. І хотів би також про неї трошки розповісти. Обов'язково поговоримо про це. На жаль, ми надсилали запрошення керівництву атомної станції нашої південноукраїнської, але вони не приїхали до нас.
Ну, будемо говорити без них. Так само, до речі, ми запрошували представників як міської, так і обласної влади. Ну, там також щось не склалося. Втім, я запевняю вас, що нашу програму дивляться на усіх рівнях. І тому дуже хотілося б справді вірити в те, що ця сьогоднішня розмова, яка, я не сумніваюся, буде дуже конструктивною, справді послужить певним поштовхом для того, щоб те, про що ми тут казатимемо, набуло і підтримки з боку керівництва міста та області. Будь ласка, Юрій Харитонович. Я, як колеги говорять, позиціонуюсь як представитель небольшої части большого університету, Национального університету кораблестроения. Я являюсь руководителем Центра прикладных исследований в энергетике. Задача центра состоит в том, чтобы все решения, которые принимаются в области энергетики, в области совершенствования систем энергоснабжения городов, решали системно. И базовым элементом такого решения мы видим те системы, которые сегодня эффективно себя показали на Западе, это системы энергетического менеджмента. И вот в этой сфере как бы центр и работает, и на сегодняшний день работы центра, я думаю, известны многим николаевцам. И надеюсь, что вот такие встречи действительно, они помогут развить те вопросы, которые коллега говорил по Николаев, Облтеплоэнерго. Это действительно системность развития, это действительно учет экологических характеристик, это действительно решение социальных задач, которые сегодня обострены именно в обществе. Большое спасибо. Ну, собственно говоря, пора передавать мяч на эту сторону поля. И я хочу сказать, что у нас тут действительно удивительным образом соединились люди, которые, с одной стороны, занимаются совершенно убедительно практическими вещами в той области, о которой мы говорим. А с другой, вот единственная очаровательная наша гостья, которая, как всегда, хотя бы слегка выравнивает наш гендерный баланс, она ни много ни мало, а доктор наук, который специализируется вот как раз вот в этой самой области. Ну и поэтому, ladies first, Александра Юрьевна, я предоставляю слово вам. Давайте подведем еще больше теоретическую базу под наш разговор, а потом перейдем к практической части. Да, добрый вечер. Очень приятно, что мы все-таки имеем возможность обсуждать эту тему уже непосредственно, да, в студии, потому что, ну, на самом деле очень мало внимания уделяется, в принципе, этому вопросу на сегодняшний день. И если мы говорим про развитие именно альтернативных источников энергии, то все-таки хотелось бы, чтобы была возможность не только у определенных, да, слоев населения, ну, я имею в виду, большинстве своем это все-таки госслужбы, это больше депутатский корпус, а все-таки перейти к обговору, извиняюсь, все-таки украинскому. Будь ласка, украинскому, что вам душнейше. Тобто хотілося б все ж таки перейти саме до домогосподарств, до рівня окремого громадянина, так, щоб була змога дійсно для всіх зрозуміти, що це таке, які в нас на сьогоднішній день є технології, що ми можемо робити, яким чином ми далі можемо рухатись в цьому напрямку. Так? Щодо теоретичної бази, ну, насправді, дуже багато напрацювань наразі є щодо розвитку, так, якщо проаналізувати динаміку, ми бачимо, що відновлювальна енергетика, як такова, все ж таки здобула серйозний розвиток саме в період не з початку незалежності, так, України, а протягом останніх 5 років. І, знову ж таки, були неточності, і наразі є проблемні питання, які необхідно доопрацьовувати. Ми розуміємо, що законодавство не буває досконалим, так, і ми завжди можемо шукати інші варіанти розвитку. Проте, все ж таки, хотілося б зазначити, що в першу чергу необхідно звернути увагу саме вже на ту, ну, по-перше, законодавчу базу, яка існує, так? Тому що якщо ми говоримо про розвиток відновлювальної енергетики, на сьогоднішній день ми повинні враховувати і міжнародні зобов'язання взяти Україною на сьогоднішній день, так? Зокрема, енергетичне співтовариство, в якому ми також взяли на себе зобов'язання розвивати відновлювальну енергетику до
11% до 2020 року. Так, це по-перше. Тобто, говорити про перспективи ми маємо в першу чергу не тільки, ну, саме завдяки зобов'язанням, а взагалі завдяки тому, що альтернативна енергетика на сьогоднішній день є дійсно тією необхідною альтернативою атомній енергетиці, теплоелектростанціям. Говорити так більш коротко, так хотілося б ще зазначити, що на сьогоднішній день, крім наших зобов'язань, зокрема, ми повинні враховувати і міжнародний досвід, так Німеччина, як ми бачимо, на сьогоднішній день вже має міста, які повністю перейшли на нетрадиційні джерела енергії і повністю відійшли від атомної енергетики. Якщо враховувати стратегію сталого розвитку «Україна-2020», так, яка наразі вже також чинна, да, ми можемо побачити також, що одним з напрямів є розвиток саме альтернативної енергетики. Тому це є дійсно дуже актуальним питанням, дуже важливим. І якщо ми дійсно будемо докладати всіх зусиль в подальшому, так, можливо, частіше будемо проводити якісь, ну, я не маю на увазі конкретно себе, а взагалі, якби тут представники різних, так, організацій, якщо буде ця інформація доходити до домогосподарств, до регіонів, до окремих сіл, селищ, і люди будуть мати змогу саме отримати всю необхідну інформацію, яким чином це робити краще, як краще, які є можливості, які пільги, то набагато легше буде розвивати цей напрямок саме на рівні домогосподарств. Дякую, Олександра Юрійовна. І я хочу сказати, тут просто у нас в очах рибіть від вчених ступенів, титулів, звань людей, які тут присутні. І в той самий час всі ці люди є, практично усі вони є практиками. Скажімо, Олександра Юрійовна не сказала про те, що значна частина тих положень, які вона досліджувала у своїй дисертації, вона вже увійшла у цілий ряд законів, які регулюють ось те, про що вона каже, тобто альтернативну енергетику. У нас зараз показує режисер, є про що розповісти на рівні зовсім домогосподарства, я б навіть сказав би на рівні окремих кімнат. Але перш ніж почати вже такі деталі, так би мовити, давайте все ж таки поговоримо про речі більш загальні, але все ж таки такі, які стосуються як домогосподарств, так і, ну, невеличких, скажімо, ми на минулій програмі говорили про СМД, про можливість якось вирішувати спільно проблеми і з поганим неякісним постачанням послуг різними постачальниками, і зі шляхами економії. І я з великим задоволенням хочу зараз представити Дмитра Канарського, який є заступником з розвитку компанії «Дікісад». Компанія «Дікісад», вона нам знайома здебільшого як інтернет-провайдер. Втім, віднедавна вони зайнялися виробництвом котлів, і я зараз хочу котлів, які працюють на пелетах. Що найцікавіше, ці котли і ці пелети, все це виробляється саме тут, і не треба десь шукати, а де взяти одне, де взяти інше. А що найцікавіше, що саме дуже гнучка система втілення ось цих принципів, які зараз пропагує компанія «Дікісад» у альтернативній енергетиці, вона дозволяє дуже легко відповідати на питання, а де ж брати гроші. Адже зрозуміло, що досить важко знайти, скажімо, у сімейному бюджеті, який вже латаний, перелатаний з огляду на ці наші тарифи, то що можливість ось одразу взяти та поставити себе, скажімо, такий котел. Не тільки про ці котли ми зараз будемо говорити, а про багато чого іншого, але є дуже цікавий сюжет, який дасть зрозуміти, а про що взагалі йдеться тут у моїх словах. Будь ласка, сюжет. Кілька років тому товариство «Дікісад ЛТД» вирішило відмовитись від природного газу як від основного джерела теплової енергії. З 2009 року підприємство поступово перейшло на використання альтернативних видів палива. Здебільшого це солома та інші агроматеріали. Пілетами власного виробництва товариство «Дікісад» опалює цілий комплекс будівель. І за останні два сезони наша фірма отаплює достатньо великий городок, не використовувала ні одного метра кубического природного
газа в качестве отопительного, так сказать, теплоносителя. Для опалення невеликих приміщень, приватних будинків, офісів, магазинів розроблена та реалізується техніка власного виробництва. Ці котли не самые дешевые, газовый котел дешевле. Но в процессе эксплуатации мы надеемся, что данные котлы будут оправдывать себя и окупаться в течение двух, ну максимум трех сезонов в индивидуальном хозяйстве. В дальнейшем это сплошной плюс в экономике. За умови промислового використання природного газу, різниця в оплаті за опалення у порівнянні з агропаливом суттєва. Стоимость 1000 кубов газа в районі 9000 гривень. 2 тонни пелет по теплоотдаче эквивалентно 1000 кубов газа. Таким образом, даже при рыночной стоимости 2000 гривен за тонну пелет, это уже простая экономика. 9 и 4000 в одном эквиваленте. То есть более чем в 2,5 раза. Ну, не в 2,5, в 2 раза точно. На відміну від природного газу або інших видів твердого палива, сировиною рослинного походження Миколаївська область забезпечена. В настоящий момент наша Николаївська область производит порядка 1,5-2 мільйонів тонн соломи. Если даже ее использовать там в небольших каких-то объемах, все равно этого топлива нам хватит на очень и очень большое количество производимого тепла. Варто враховувати і той факт, що використання місцевого агроматеріалу – це створення додаткових робочих місць для жителів області. Ми беремо установку по производству пелет і ставимо в їх регіоні, в селі. І таким образом у нас від 10 до 15 чоловік дополнительно созданих робочих місць. Эти люди обеспечены, они всю зиму, все лето знают, чем заниматься. Они собирают солому, они потом из этой соломы делают топливо, они перевозят это топливо. В конце концов, в этой цепочке задействовано достаточно большое количество людей. Отже, Дмитро, будь ласка, вам слово. Большое спасибо, что пригласили. Я первое, что хотел бы отметить, что у нас очень много здесь гостей, и все-таки на две категории разделил бы: на энергоэффективные решения и на, скажем, ну, на диверсификацию в первую очередь. То есть в некоторых случаях приходится, государство вынуждено заменять атомную энергию на какую-то другую, вот как в Германии. Только лишь с той целью, чтобы не было, ну, в случае какой-то аварии, не было никаких проблем у государства, ну, там более серьезного масштаба, техногенной катастрофы и так далее. Мы предлагаем вот то, что в предыдущем сюжете было, это в первую очередь чистая экономика для людей, потому что, ну, как вот показали, в два раза экономия, даже для небольших хозяйств это очень серьезная экономия. И создание рабочих мест именно у нас, на Николаевщине, в первую очередь. Я вот недавно узнавал, у нас таможня пропускает очень большое количество изготовленных уже пелет здесь, и они все идут на экспорт, то есть вагонами. О чем это говорит? О том, что мы, грубо говоря, сидим на очень эффективном решении и просто его продаем за рубеж. При этом мы же отапливаемся очень дорогим газом, который выходит в два раза дороже. То есть это не очень правильно, и, конечно, очень грамотным решением было бы замещать именно газ для того, чтобы мы могли, ладно, в общем, да, экономить, да. По поводу котлов, у нас есть решение от 20 киловатт до, ну, практически до 100, ну там по лицензии мы должны там 99,9. Это очень хорошее решение для организации с площадями там от 100 квадратных метров. И очень удобно то, что мы можем в первую очередь привезти эти пеллеты, совершенно не обязательно переживать за доставку их, и мы можем вам предложить, самое удобное это то, что в лизинг, то есть не обязательно этот котел дорогостоящий покупать. Ну как он дорогостоящий, это из расчета где-то 1500 гривен на 1 киловатт. То есть это 20-киловаттный где-то в районе 30 тысяч. В лизинг, соответственно,
это будет совершенно недорого, и если даже и этот вариант не подходит, подойдет вариант с продажей самой энергии. Это очень выгодно для каких-то городских бюджетных организаций. Вот у меня тут как раз комментарий уже. Проблема в том, что у людей нет денег купить новый, даже самый выгодный потом котел. Вот, собственно, вы на этот вопрос отвечаете, а я хочу просто не чуть-чуть добавить, что, собственно, наше знакомство вот с вашими котлами началось с того, что я просто приехал тут совсем недалеко, возле университета морского, и увидел, что существует котельная, и которая полностью вот работает на вот таком топливе. И, то есть я понимаю, что если, допустим, в индивидуальных каких-то случаях мы говорим о котлах, которые, ну, там есть достаточно гибкая система, то в случае вот тех вот самых ОСМД или каких-то там сообществ жильцов, которые, я понимаю, в любом случае летом уже будут обязаны по закону появиться, других вариантов просто в принципе нету, то как раз вот эти вот варианты с продажей именно тепла, а не покупкой самих котлов, тоже вполне возможны. Поэтому вот не случайно мы собрались здесь, чтобы быть полезными нашим зрителям. Я надеюсь, что те вещи, о которых мы говорим, они, во-первых, будут продолжением нашей прошлой программы, а во-вторых, действительно подскажут многие решения для тех, кто сейчас думает, как сэкономить на тепле, на газе, на электричестве и так далее. Поэтому, пожалуйста, вот интересно было бы услышать, Дмитрий, о тех самых разных схемах для разных групп населения. Прошу прощения, что перебил вас, но думаю, что сейчас будет полнее ваш ответ. Я на самом деле, в первую очередь, мы рассчитывали на организации, потому что до недавних пор именно цена на газ для организации была значительно выше. И эти решения там, от 20, 40, 60, 100 киловатт, они очень выгодны в первую очередь для больших каких-то площадей. Тут та котельная, которую вы упоминали возле мореходной школы, она как раз отапливает площади 20 тысяч квадратных метров, и возможности есть гораздо больше отапливать. Там есть два жилых дома рядом, и как раз я надеюсь, что с появлением СМД и с обязательным вступлением в них для жителей, они как-то определятся с отоплением, потому что у нас есть чудесная возможность это давать за небольшие деньги. В том числе мэру уже было дано предложение, похожее о том, что есть у нас большое количество школ, детских садов, в которых это критично важно, и совершенно не обязательно все из них подключены к теплоэлектроцентрали, и у некоторых из них свои какие-то способы отопления автономные, и они совершенно не обязательно имеют высокие КПД. Именно поэтому мы хотели бы для города дать вот такую возможность. И со стороны мэрии было так, ну, пока в виде набросков предложение о так называемой системе public-private partnership. Это когда мы за цену немного меньшую продаем энергию, немного меньше, чем, скажем, на газе, но эту разницу потихонечку вкладываем в стоимость, в отбивание стоимости этого оборудования. То есть для потребителя это самый удобный вариант. Сколько это на билет ваш стоит? 2000 гривен. Я рад, что наконец-то начинается дискуссия. Если мы говорим, что мы отапливаем предприятие, понятно, для предприятия на сегодняшний день газ стоит 8750 гривен с НДС. Так, если мы говорим, что отапливается население, вот подключим дом к нашей котельной. Для населения 1000 кубов газа стоит сколько? Меньше 2000... 3800. А? Нет, 3... для вас. Сколько 3, сейчас стоит? Для населения 3800. Нет, не для населения, для теплокоммунэнерго. Для теплокоммунэнерго, для населения 3800. 3800. Да? Последнее. И если мы переходим на пеллеты, то получается 4, да? Да. Так, плюс хотел, дополнительные затраты. Ну, вот, я хочу прокомментировать. Да, я как раз очень хотел услышать от вас. То, что с экономической точки зрения уже на сегодняшний день нерентабельно. Не экономично. Второй вопрос. Когда мы говорим, вот мы пеллеты продаем за границу. Если за граница покупает у нас пеллеты, значит, у нее не хватает своих, да? Германия покупает, значит, у нее не хватает своих пеллет, да? Она покупает наши. А свой газ, не тратить деньги сегодня на газ, она ресурс свой продолжает на будущее. А мы отвозим все туда,
то, что наша земля отражает, да, отвозим туда и остаемся ни с чем, а потом покупаем себе дорогой газ, так, и которым опять топимся. Вот вопрос замещения, вот альтернативы, он интересный вопрос, но он интересный в каком-то процентном отношении. В Германии этот процент приняли 20%, да, замещение. А остальное все равно все надежды оставляют на газ. Потому что пока есть газ, самые ведущие фирмы, немецкие производители оборудования энергетического говорят, пока есть газ, альтернативы не будет. Виктор, поэтому, я смотрю скептическую усмешку Александры Юрьевны, и уже быть, есть что может сказать. Может быть, я понимаю, что я тут... Нет, ну это нормально, это дискуссия, но давайте все-таки послушаем нашего зрителя, только если можно коротко и по теме, а потом продолжим. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. С наступающим годом. Спасибо. Спасибо. Ярослав Цесмирнов, я вам давал материал, помните, когда спилили вот эти антенны СДВ, а там предлагал ученый поставить ветрогенераторы, которые обеспечили бы не только область, но и полукраины. И так никто ничего не сделал, это наше бывшее руководство. Этот материал у вас есть, видеоматериал. Помните? Да-да, я помню, да. Спасибо еще раз. Спасибо, Владимир Алексеевич. Да, ну мы сейчас поговорим и о ветрогенераторах тоже. Спасибо, что напомнили. Действительно, были такие у вас видеоматериалы. Ну, подготовка к программе просто все уж не влезет. Пожалуйста, ваш комментарий. Я еще раз хочу вернуться к альтернативной энергетике. В том плане, как мой коллега, я думаю, коллега там и коллеги. Вот, да, в том плане, что он уже посчитал и сказал, как стоит альтернативная. На сегодняшний день альтернативная вот эта энергетика на пеллетах и так далее, те поставщики котлов, они идут по пути установки этих котлов именно на бюджетной сфере. Значит, сегодня ни один альтернативщик не установил котла на домах жилых с населением. Почему? Потому что это на сегодняшний день им не выгодно. И в ближайшее время это не будет выгодно. Сегодня пеллета стоит, да, 4000. Откуда мы знаем, сколько она будет стоить завтра? Она будет стоить, может быть, дольше. Дефицит, будет ее все равно дефицит. Альтернативную энергетику нужно развивать в комплексе с централизованным теплоснабжением. Как дополнение к централизованному снабжению. Ветроэнергетику нужно тоже совмещать с централизованным отоплением. Выработка электроэнергии, которую появляется за счет солнечных батарей, за счет ветроэнергетики, должно совмещаться с централизованным отоплением. И во всех странах, в Германии, в Дании, в Швеции, во главе угла всегда находится централизованное теплоснабжение. И знаете, почему оно находится? Наш уважаемый коллега ничего не сказал по выбросу СО2. Он что, ушел от выброса СО2? Нет. Зольность. Он от этого не уходит. Вот сидит эколог. Я хочу знать, на вот эту котельную, которая у них стоит, у них есть разрешение по экологии? За выбросы они платят или нет? Хорошо, Дмитрий, тогда я думаю, вам на самом деле лучше отвечать о вашей котельной, а не Олегу Михайловичу. Да. Не, я хочу... Дополните меня. Если у них это... Так, если такое есть... Це такий аспект, коли заміщення, говорили про заміщення газу, то, звичайно, ми забуваємо про викиди, емісію вуглекислоти, з якою пов'язують фактично багато науковців глобальні зміни клімату, кліматичні зміни. Зараз відбувся кліматичний форум, і ви знаєте, що кількість стихійних лих там події збільшується, середня температура зростає атмосферного повітря, і в останній ми побили всі температурні рекорди, маємо страшенне скорочення стоку річок. Ми спочатку втратили всі малі річки, тепер втрачаємо великі водойми, фактично випарили куяльник і таке інше. Тому я хотів би сказати так, що наш екологи завжди застосовують поняття відновлювана енергетика, ми це не ставимо її як синонім альтернативної енергетики, так? Правильно. Тому ми все ж таки пропагуємо і, між іншим, в промисловому масштабі отримання енергії джерел вітрової, сонячної енергії в першу чергу, тим більше, що сучасні технології дозволили
значить, отримувати її в таких розмірах, який може замістити потужності, наприклад, теплової, атомної станції і таке інше. Дякую. Але все ж таки давайте послухаємо Дмитра, бо ви так на нього усі накинулися, що мені здається, що просто вже йому треба відбиватися, а не просто не коментувати. Будь ласка. С удовольствием отвечу на этот вопрос. То есть первое, то, что вы говорили о выбросах СО2, то есть это то, о чем мы говорим, это котел житомирской фирмы Krieger украинской, и у них есть абсолютно все сертификаты, и, соответственно, их выбросы не могут быть такими, которые не удовлетворяют каким-то требованиям. Это стандарт Евро-2 как минимум. По тому, что вы упомянули то, что речки пересыхают и там леса пропадают и так далее, этого, те объемы этой энергетики, которые сейчас есть, они не могут влиять на это в принципе никак, поэтому мне тяжело это было бы комментировать. Добавляю. Котлы бытовые, те, что послабее, поменьше, потому что тот, о котором мы говорим, это 1,2 мегаватта, те более, ну, те бытовые, которые были в сюжете, у них КПД там 97%, и температура выбрасываемых там газов, она немного больше 100 градусов, именно для того, чтобы не было просто конденсатов, ну, то есть можно было бы добиться и меньшей температуры. Как вы знаете, горят углеводороды, и они есть что в газе, что в нефти, что точно так же в соломе прессованной, поэтому на выходе, ну, из школьного курса химии мы знаем, что у нас на выходе будет энергия, СО2 и вода. Вот мы, собственно, если вы объясните, по какой причине там выбросы СО2 значительно выше, чем в каком-то другом углеводороде, то я с удовольствием послушаю, что вы накинулись. Хорошо, но все-таки для того, чтобы не сводить все опять-таки к диалогу, мы еще к этому вернемся, а сюда уже на мое место так сильно пахнет свечками, что я чувствую, что скоро они догорят, и мы не успеем послушать Владимира Борисовича, который расскажет о совершенно без СО2-шном способе обогреть комнату. Пожалуйста. Горение есть СО2, даже это. Нет, ну я просто думаю, что уж по крайней мере эти свечки точно не придут к парниковому эффекту. Но добавляют к парниковому эффекту. Да, его просто не видно. То есть я-то раньше думал, что вот эти вот самые кошмарные стихийные бедствия на Западной Украине, это от того, что гуцулы вырубают свои леса, а вся беда в ваших свечках, Владимир Борисович. Так, понятно. Подождите, Владимир Борисович, давайте все-таки у вас, вот я вижу, есть звонок зрителя, прежде чем вы приступите к вашей лекции на тему о том, как обогреть дом, сколько там, 8 чайными свечками, давайте послушаем, что хочет нам рассказать зритель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел бы прежде всего поздравить всех присутствующих в студии с наступающим Спасибо. Новым годом. И просто хотел бы просто как, ну, спросить у экспертов, да, ну вот почему вы про атомную энергетику говорите, что она, не знаю, уже совсем. Ну вот неужели нельзя южноукраинскую развивать атомную станцию, да, там или как? Ну, знаю. Хорошо, спасибо. Мы попробуем узнать вместе ответ на ваш вопрос, тем более, что явно уже есть что на него ответить. Но все-таки сначала давайте послушаем Владимира Борисовича. Пожалуйста. Спасибо. Ну, совершенно случайно смотрели в интернете, как американский путешественник при помощи горшка, свечки обогревал себя в палатке. Ну и подумали, почему бы не усовершенствовать немножко его идею. И в конечном итоге вот в этом году мы сделали такое изделие, которое полностью сделано из отечественного материала. Да, оно пока еще не сертифицировано, уважаемые эксперты, да мы и не подавали. Что у нас получилось? Три котла, которые полностью утилизируют тепло, которое поднимается от свечки. То есть по большому счету, в тех обстоятельствах возможных, как сказать, не дай бог, когда нету света, когда нету газа, и ты хочешь все-таки быть в своей комнате, и ты не знаешь, чем обогреваться, а разжечь буржуйку в своей квартире не каждый позволит, вот это вот достаточно неплохая альтернатива и свету, и теплу. По крайней мере, вот сейчас в студии, когда мы зашли, не знаю, там градусов, наверное, 18 было, я сейчас тут сижу возле камина, да, вот коллега не даст соврать, достаточно комфортно. Ну, в общем-то, и все, то есть... Главное, безотходная. Да, безотходная ручная. Даже блюдце на горшка использовано. Да.
Так что вот я считаю, что как альтернативный вариант каждый из нас, и профессора, и доктора, и обыкновенный инженер, может использовать самые разные источники для того, чтобы попытаться в домашних условиях создать какую-то альтернативную энергетику. Я подозреваю, что сейчас нас ожидает шквал звонков с просьбами рассказать о том, как конкретно это сделать. И пока мы еще не утонули в этом шквале, я хочу услышать Тимура Владимировича. Можно я прокомментирую еще? Да, пожалуйста. У меня по поводу вот этого прибора возникло альтернативное тоже предложение. Купить 10 батареек, замкнуть их. Они тоже, когда замыкаешь, очень хорошо греются. Я должен сказать, что некоторые еще и горят при этом. Так что, в общем-то, можно их использовать по-разному. Я отношусь к этому как к анекдоту. А вообще, вот чтобы понять, ну, надо вот этот спор, чтобы понять, о чем мы спорим сейчас, надо понять причину спора. Ради чего вот мы собрались, да? Вот я понимаю, что мы собрались ради того, чтобы вот слово энергосбережение, да, понятно вот в этой теме. Но для кого мы собираемся беречь? Потому что на этом рынке есть разные игроки, и у каждого игрока свои цели, да? Тот, кто продает газ, хочет продать больше газа. Тот, кто продает тепло, хочет продать побольше тепла и подороже его. Да? Население, которое вот мы сейчас говорим, население, которое мы отапливаем, хочет купить это тепло или газ подешевле, чтобы больше сэкономить. То есть вопрос, вот на чьей стороне мы сейчас находимся? На стороне населения или на стороне продавцов? Ну, я могу сказать, что поскольку я не продаю газ, то я точно на стороне населения. Да, и если мы находимся на стороне населения, то мы тогда должны вот думать, а что надо делать для того, чтобы меньше купить газа и как можно рациональнее его использовать, да? Что нам мешает вот в нашем городе? Мешает рациональнее использовать. Я вот приведу пример Ужгорода. Да? Вот в Ужгороде разрешили автономное отопление ставить и потихоньку отказались от центрального, хотя там были свои проблемы, оставшиеся люди тоже там остаются без тепла, кто не может купить котел, все. Но потребление газа в Ужгороде снизилось в 5 раз. В 5 раз по сравнению с теми теплопоставляющими организациями, которые этот газ потребляли и продавали тепло, в 5 раз. То есть, если мы вот эти масштабы в Украине там, снизим потребление газа населения в 5 раз, то цифра будет для нас, в общем-то, смешная. Да? И нам, в общем-то, Россия там, не нужна будет в принципе вообще. Да? Поэтому вопрос вот, что мы хотим. На сегодняшний день у нас, вот, мы говорим, да, должна быть централизованный поставщик тепла. Но это монополист. Если есть монополист, значит, мы понимаем, что на этот рынок больше мы никого не пускаем, да? Автономное отопление мы не разрешаем делать, трубы этот монополист не перекладывает. Завтра мы закатаем город новым асфальтом, послезавтра раскопаем этот асфальт, поменяем 5 метров трубы, опять засыпем щебнем, и так вот будем тратить деньги постоянно, и, в общем-то, от этого я не вижу выхода. Вот я понимаю, Кравлевич, на самом деле мы здесь для того, чтобы обсудить самые разные темы, из которых каждый, в общем-то, сделает свои выводы, а если зрители к нам присоединятся либо по телефону, либо по интернету, то я думаю, что мы сможем несколько конкретизировать нашу дискуссию. Однако, все-таки я хочу, чтобы вот Тимур Владимирович рассказал о тех технологиях, которые уж точно не выделяют углекислого газа, а потом мы поговорим о том, как решаются в целых городах, например, Вознесенске, вот проблемы, о которых только что вы сказали. Децентрализации. Я разрабатывал проект отопления по Вознесенске. Ну, отлично, тогда вы сможете это прокомментировать. Но все-таки, Тимур Владимирович, пожалуйста. Добрый вечер. Наша компания на практике применила альтернативную энергетику солнечную, запустив пилотный проект в Ракетной роще мощностью 10 киловатт. Это вы говорите про этот волшебный дом с крышей? Да, с волшебной крышей. Тогда, пожалуйста, наш режиссер сейчас покажет слайд. Продолжайте, слайд будет. Данная система рассчитана на зеленый тариф. Работает она в симбиозе с энергообеспечением данного домовладения за счет городской электроэнергии. Вырабатываемая солнечная энергия в то время, когда не используется, то есть переизбыток энергии, полученной с помощью солнца, продается в городскую сеть по зеленому тарифу. За счет этого система достаточно быстро для своей стоимости окупается и является для потенциального потребителя
эффективным инструментом. Хорошо, но я понимаю, что не каждый может себе позволить потратить 15 тысяч долларов на такую волшебную крышу, а те вещи, которые вот выложены здесь у нас в студии, наверняка заслужат отдельного комментария. Да, данные вещи я взял с собой, чтобы показать, мир развивается, солнечная энергетика применяется в быту, ее можно использовать как, опять же, в частном домовладении, на случай, если отключают электроэнергию, так и в походах, в том числе для зарядки на сегодняшний день очень популярных мобильных устройств. Понятно, спасибо. Ну, я вижу не только мобильные устройства, но тут, в общем-то, у вас целые фонари, и, собственно говоря, если объединить вот с тем вот самым ноу-хау Владимира Борисовича, то можно действительно сидеть и при свете, и в тепле. У нас есть звонок зрителя, давайте его послушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Виктор Владимирович, ножки. Вы знаете, я хочу вам сделать комплимент. Какой вы респектабельный, честное слово. Вот я вас зауважала. И вы знаете, кто вас беспокоит? Жилец дома, на крыше которого стоит Бутерос. Я прошу вас, Виктор Владимирович, милый хороший, расскажите сейчас всему городу, как обогревается этот дом. Особенно возьмите последний месяц, месяц за октябрь, да, за октябрь. Сколько мы заплатили, какой тариф? Виктор Владимирович, расскажите всему городу. Спасибо вам еще раз. Я очень рада за ваш внешний вид. Спасибо. И за то, что вас не поменялась улыбка. Спасибо вам большое. Спасибо. Могу сказать, тариф у нас ниже, чем тариф в Теплокоммунэнерго и тариф в ТЭЦ. Дом платит за тепло по счетчику и получает тепла ровно столько, сколько заказывает. Поэтому тут вопросы какие могут быть. То, что получили, за то и заплатили. Спасибо, это уже исчерпывающий ответ. Да? Ну, я должен сказать, что у нас вот два здания на студии, ну, собственно, их на самом деле больше, но как бы два основных, да, в одном стоит тепловой счетчик, и там мы понимаем, что, в общем-то, что получили, зато и заплатили, да. А во втором счетчика нету. И батареи холодные, а наш энергетик, например, рассказывает, что, в общем-то, на выходе 42 градуса от поставщика это энергоноситель имеет, ну, то есть от вас, да? Ну, и понятно, что к нам доходит, там, я думаю, так, градусов может быть там 30 в лучшем случае. И вот, как бы, да, разница, там платишь за то, что есть, тут вот не успел подсуетиться, не поставил, и платишь за то, что тебе поставили, но посчитали, как полагается, да, по полному тарифу. При этом, когда я вот сравниваю, да, одно с другим, то я думаю, что, возможно, те идеи, о которых говорит Дмитрий, даже при всем при том, что там действительно ЦО, парниковый эффект, извержение вулканов и камни с неба, все-таки, наверное, как-то честнее и правильнее. Потому что тут вот закинул пилеты, увидел сколько, надо сделать теплее, надо сделать холоднее. А в противном случае платишь по максимуму. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, мы отапливаем ваши вот эти четыре здания. Да, у вас стоят счетчики еще, по-моему, с 2005 или 2006. Я вам честно скажу, что да, нам приходится экономить газ. Почему? Потому что у нас есть распоряжение кабинета министров о 30% экономии газа. То есть, простите, можно я вот как бы упрощу? Нам приходится воровать ваши деньги, потому что нас на это уполномочил Кабмин. Нет, дело в том, что вы не воруете наши деньги. Нет, это не мы воруем ваши деньги, это совсем наоборот. Вы наши деньги не воруете, а мы у вас тоже их не воруем. Нет, подождите, вы же нам считаете, как за горячие батареи, правильно? А они у нас холодные. Мы вам считаем, во-первых, понятие горячая, холодная батарея, сегодня в законодательстве такого понятия нет. Есть сегодня понятие санитарных норм. Значит, если у вас температура в помещении меньше 18 градусов, мы обязаны вам сделать перерасчет. Если температура выше 18 градусов в помещении, это считается, мы вам подаем нормальный теплоноситель. Да, мы можем подавать и 25 градусов, и 22 градуса, но какой в этом смысл? Вот. Спасибо. То есть, ну, позиция понятна. Я хотел бы включиться здесь, дать такой комментарий. По поводу вот централизованных систем отопления. Все говорят, что это плохо, но сегодня в Швеции, в Дании, в северных странах
наоборот, сегодня не разрушают централизованные системы отопления, а наоборот применяют тепловые насосы, применяют альтернативные источники энергии, пеллеты там и так далее. Поэтому, и все это объединено в общую систему. Да, если мы сегодня эту систему централизованную разрушим или нарушим, то есть отсоединяем дома, то есть система, ведь котельная рассчитана на определенный уровень генерации энергии. Поэтому на сегодняшний день надо оптимизировать, может быть, то есть заняться оптимизацией, но ни в коем случае не разрушать централизованные системы отопления. Что касается пеллет, вот коллега выступал. Во-первых, это оборотный СО2, вот Олег сказал. Это ископаемый, мы выкопали, и он наполняет. А этот поглощается. То есть это оборотный, так же как круговорот воды в природе, так же идет круговорот и СО2. Поэтому это не увеличивает парниковый эффект. Я два слова хочу сказать о нашем предприятии. На сегодняшний день мы делаем системы теплоаккумуляционные, которые вот реально экономят в 4-5 раз средства по сравнению с газовым отоплением. СТЭЦ, вот у нас есть объект управления статистики, где мы поставили теплоаккумуляцию в 2010 году, 2000 квадратных метров. Раньше он платил около 200 тысяч, сейчас платит 40. Реально, по счетчику. За счет ночного отопления. Вы знаете, у нас сегодня атомная энергетика, удельный вес ее был раньше 30% в 91 году, сегодня 65%. Газа нет, угля нет, в основном держится на атомных станциях. Вторая технология, которую надо сегодня применять, это инфракрасное отопление. То есть отапливать не весь объем помещения, отапливать локально там в производственных цехах, где находятся люди и так далее. И это лучевое отопление, не конвекционное. Третий вид отопления – это там, где хорошая система отопления водяного, надо делать водяные теплоаккумулирующие емкости. Вы знаете, сегодня тариф ночной 25%. Был 35%, а с 1 февраля 25%. То есть геокалория, генерированная из ночной электроэнергии, она в 4 раза априори дешевле газа по 7 тысяч. Также мы занимаемся биогазовыми установками. Мы являемся представителями швейцарской компании ЗОР Биогаз Украина. Ну, кто знает, кто не знает, я вот хочу показать. В зеленом гае мы сделали биогазовую установку. Она работает на зеленой массе, то есть из зеленой массы мы генерируем природный газ. Этот газ в 10 раз дешевле, чем природный газ ископаемый. То есть можно сегодня выращивать зеленую массу, получать биоудобрения после бега, получать тепло, получать электроэнергию по зеленому тарифу, коэффициент 2,3. Сегодня эта энергия стоит 3 гривны 2 копейки за киловатт-час. Атомные станции получают значительно меньше. И это тариф зеленый привязан к евро. То есть при изменении курса гривны инвестиционный проект имеет привлекательность. Поэтому такие технологии, о которых я сегодня за ними будущее, вот говорят. Спасибо. Это хорошо. У нас есть еще несколько очень интересных комментариев. Сейчас Игорь Эпоха послушаем, а пока к нему идет Александр, давайте услышим, что говорит нам зритель. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Алло. Да, добрый вечер. Говорите, говорите, мы вас слушаем, да. Алло. Соляный, проспект Героя Сталинграда, 65. Питаемся теплом из котельной, которая располагается на территории войсковой части. Отопление отвратительное. Счетчик обязан поставить Гортеплоэнерго. Они, конечно, не собираются в этом сезоне поставить, потому что им удобно нас грабить. Если мы пойдем что-нибудь возьмем, сразу полицейский суд и все. А это воровство в законе. Спасибо. И все законно это. Спасибо, Виталий Владимирович.
пожалуйста. Прокомментировать? Ну, да. Если получится. ГС-72 котельная бывшей воинской части КЭЧ. Угу. Значит, досталось нам в наследство от воинской части. Состояние котельной, она паровая. Состояние котельной аховое. Значит, на сегодняшний день запланирована реконструкция этой котельной. Ну, ориентировочные сроки где-то, я вам скажу, это 2017-2018 год. Там инвестиции очень большие, это только мы можем сделать, по используя деньги Всемирного банка. Так, вот. То есть, чтобы я вас правильно понял, да? Вам досталась плохая котельная, которая не дает того, за что платят люди. Но они еще будут платить 2 года, потому что никаких вариантов других у них в принципе нету, правильно? У них вариантов там нет, потому что есть система централизованного отопления. Вы хотите, чтобы мы... Нет, я не хочу, я просто хочу вот упростить ответ. Ответ простой. Котельная будет работать в ближайшие там, год-полтора, будет проходить реконструкция. Сегодня финансирования большого такого нет, мы только под заемные деньги можем это все производить. Вот. То, что касается теплосчетчика, теплосчетчик будет установлен. Этот дом у нас находится в инвестпрограмме. Вот. На сегодняшний день, вот, даже этот жилец, если он говорит, там, мы его это, не успеваем или не установим вообще, а грабим. Значит, я еще раз и подчеркиваю, что в инвестпрограмме он есть и будет установлен. Да, есть сегодня проблемы с финансированием, поэтому сегодня задолженность населения на 1 октября 60, на 1 октября 36 миллионов, по состоянию октября и ноября уже 42 миллиона. 20% оплаты за отопление. Это реально. Ну, я в любом случае очень вам благодарен, потому что вы прекрасно понимали, когда шли на программу, что понимали, приятных вопросов, да, вам никто будет тут задавать не будет. Так что, да, поверьте, хвала вашему мужеству. Тут, кстати, вот комментарий зрителя. А в центре города тоже проблемы с котельными. Батареи холодные, снега, счета огромные. Ну, вот, собственно говоря, я так понимаю, это все к тому же, что... Это при плюс на улице плюсовая, да, температура, а при минус 18, как полагается, по нормам будет 5 раз дороже все. Виталий Семенович, секундочку, вот Игорь Пок чуть раньше, и потом Александра Юрьевна, и вы, я очень хочу, вот, чтобы вы тоже, и наконец-то присоединитесь к нашему разговору. Игорь, пожалуйста. Да, спасибо. Ну, тут звучали такие страны, как Швеция, Дания. Насколько я помню, в Стокгольм отапливается, у него централизованная система отопления, но идет не природный газ, а газ, который вырабатывается из мусора. Еще какое-то время, сколько-то лет назад, боюсь ошибиться, они за городом в скалах сделали мусорохранилище, мусорную свалку огромную, и построили там систему, я не знаю, как правильно, регенерация, да? Это, ну, получение, да, получение биогаза, да, из мусора. И этим газом они отапливают, в общем-то, весь город. Вот это, я понимаю, подход. То есть не разрушая централизованную систему, есть альтернативный газ. Причем он как бы не стоит ничего. Да? То есть мусор есть мусор. Городской власти, я имею в виду. Дальше. Ну, это так, это ремарочка такая. Дальше. Возвращаясь к обычному, к обыкновенному человеку, к потребителю, к квартире, в многоквартирных домах. Счетчики, которые стоят в домах, это хорошо. И это все прекрасно понимают, особенно когда плюсовая температура на улице, действительно идет огромная экономия. Ну, скажем, как минимум там в 3 раза может доходить. Но есть вопрос по квартирных счетчиков. Вот меня этот вопрос давно волнует, и я не знаю, сколько стоит квартирный счетчик и как его установить. Но мелькали, минуточку, но мелькали в том же Фейсбуке, там иногда завязываются дискуссии на подобные темы. Так вот, промелькнул когда-то комментарий одной женщины, что у нее стоит поквартирный счетчик, и у нее, например, за ноябрь пришел счет аж в 53 гривны за двухкомнатную квартиру. Вот. Я долго не мог понять, почему так, такой маленький счет, да, ну почему так. Просто есть возможность прикрутить, да, подачу тепла, когда тепло на улице, вот, и открутить, когда холодно. Вот, собственно, и все. То есть возможность самому потребителю регулировать подачу энергии. Вот когда у нас появятся поквартирные счетчики. Не появятся. Не появятся. Да.
Я говорю, когда у нас появятся поквартирные счетчики, вот тогда люди смогут сами регулировать. А до тех пор, пока они не появятся, монополисты будут диктовать свои условия. И все. Спасибо. Одну секундочку. У нас зритель ждет. У него уже рука, по-моему, затекла с трубкой. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, у меня вот такой вопрос. Я живу на проспекте Мира. И на прошлой неделе включаю газовую плиту. Газ идет абсолютно бледно-оранжевого цвета. Раз он идет бледно-оранжевого цвета, значит, это газ неполноценный. Значит, теплоемкость этого газа слабая. Причем такая же ситуация, это не только была на Мира. Значит, я разговариваю с другими людьми и в центре, в центральном районе, возле центрального рынка. Тоже идет вот такой газ. Но это делается не постоянно, а периодически. Ну, периодичность такая не обустроена, а периодичность. И, ну, как может, а если человек пользуется только газовой плитой и наматывается больше 12 кубометров газа, даже не больше, с колонкой. Как это возможно? И вообще, кто отвечает за качество газа, который является системой? Вот такой вопрос. Спасибо. Ну, тут у нас нету никого, кто занимается газом, разве что знающие люди расскажут. Наверное, нет. Может ответить на это. Ну, я так понимаю, что это не совсем к вам, но, пожалуйста, отвечайте, раз уж у нас единственный представитель поставщика. Предположительно. Я вам могу сказать, это достаточно. За поставку газа у нас сегодня отвечает новое предприятие, там Газбуд, Укртрангаз и так далее. Но то, что касается вот его цвета и так далее, это низкое давление газа. Это качество газа немножко заниженными параметрами, которые, ну, будем говорить, периодически проскакивает большими объемами. И в это время счетчик у нас только крутит, вот, а теплотворная способность этого газа не соответствует нормам. Поэтому, это, поверьте, на наших котельных у нас тоже бывают такие же, так сказать, ситуации. Самое интересное, да, прекрасно знаем, что нас обворовывают, сделать ничего не можем. Александра Юрьевна, у вас уже несколько раз мелькала такая загадочная улыбка, что я понимаю, вам есть что сказать по любому поводу, поднимавшихся здесь. На самом деле, честно говоря, это настолько просто такая тема, которую можно было бы обсуждать, наверное, не один эфир, а часами и часами, просто говорить об этом до бесконечности. У меня просто вот в этом плане душа болит, вот когда я слышу, вот когда говорят, что вот все-таки там альтернативные виды, это все-таки вот там тоже там вред для экологии, ну давайте, да, смотреть, ну, на вещи более, с точки зрения научной, да, если мы посмотрим все исследования современные, да, то на сегодняшний день все равно, ну, других альтернативных вариантов, в принципе, которые бы могли вот помочь в том числе, да, и балансировку вообще объединенной энергетичной системы, да, здесь, и вообще, в принципе, да, если мы говорим вот про отопительные системы, даже если пока мы в большей степени говорим про бюджетные организации. Но вы знаете, если сравнивать то качество отопления вот довольно крупных зданий, вот в том числе в Могилянке, в принципе, ну, в ЧДУ сейчас, да, в университете тоже есть вот этот котел, да, и есть пеллеты, вот используются, и на самом деле это очень, ну, значительно увеличивает и тепло в здании, и даже когда на улице очень холодно, действительно, оно значительно эффективнее вот ощущается то, что отапливается помещение, чем если мы говорим о обычном отоплении. Да, понятно, не все так просто, тут можно много говорить и о качестве газа, да, сейчас. Ну, вот так же, как вот по вопросу, можно, да, еще подумать? Да, конечно. Если говорить по вопросу зрителя, вот перед этим, по поводу атомных, да, электростанций, вот все-таки хотелось бы к этому вернуться, хоть у нас представителей нет. Хотя мы приглашали. Да, но хотелось бы все-таки сказать, да, ну, во-первых, когда вот говорилось про то, что Германия вынуждена, но на самом деле Германия не вынуждена, просто все европейские страны, да, цивилизованный мир давно к этому идет и давно уже развивает это направление в том масштабе, о котором мы пока только задумываемся, да, ну, как бы мы планируем, но если посмотреть их показатели, то, что они планировали на 2020 год, они уже давно реализовали сейчас.
Поэтому все-таки, ну, хотелось бы обратить ваше внимание еще на то, что помимо всех международных обязательств, да, мы действительно тоже стремимся в Европу, мы стремимся стать европейской независимой энергонезависимым государством. И нам все равно нужно думать над этими направлениями и поддерживать их, эти направления как только можно, да, ну, в большинстве своем. По поводу атомной электростанции, ну, давайте, ну, смотреть немножко шире, да, на эту проблему. Да, действительно, на сегодняшний день мы не можем перейти на 100% там альтернативную энергетику, возобновляемые источники. Но если говорить про то, что, ну, про что стратегию сталого развитку, что про то, что в принципе, да, как бы на сегодняшний день, если мы задумаемся, да, используется уран. Уран тоже исчерпаемый ресурс, который рано или поздно все равно тоже будет заканчиваться, да, и мы, ну, никто не говорит, что сейчас, как бы, не, да, ну, да, да, плюс, вот, опять же, плюс, смотрите, помимо этого, да, сейчас мы об этом, как бы, не говорим, но все же прекрасно понимают, что это большая проблема, да, ставим экологические последствия, которые просто колоссальны, если, не дай Бог, что-нибудь действительно выйдет из строя, да, плюс, опять же, если проанализировать по Украине состояние вообще атомных электростанций, они находятся в таком плачевном состоянии в большинстве своем, и давно уже определен срок эксплуатации реакторов. Если в дальнейшем развивать, как бы, да, это направление, это, ну, потребует настолько значных коштов, настолько, ну, обсягу инвестиций, что просто, в принципе, как бы сложно сказать тогда все-таки, что же выгоднее развивать, вот даже если смотреть чисто с экономической точки зрения. Плюс, опять же, вода. Какое количество воды необходимо для охлаждения, да? Это вода, которая уже не будет экологически чистым ресурсом, который уже не будет использоваться как бы так, как он мог бы использоваться, да? В плане воды, опять же, это тоже ресурс, который тоже рано или поздно, да, ну, как бы мы об этом говорим и говорят на мировом уровне, тоже это вопрос исчерпаемости. Поэтому, ну, просто тяжело вложиться, как бы, да, вот в тот промежуток времени и охватить все вопросы. Но все-таки говорить на сегодняшний день про атомную энергетику как основное направление, нам нужно больше думать над альтернативными видами. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Я хочу передать слово человеку, который, ну вот, мне его порекомендовали, как не то, что разработчик, он мне поправил, да, но Дмитрий Иванович, это вас, да, как человека, который знает, как на самом деле из, буквально из воздуха, да, делать гигакалории и при этом по минимальной цене. Расскажите, пожалуйста. Пожалуйста. Просто вот незаслуженно не то забытый, не то умышленно, значит, не пропагандируемый ни в прессе, ни на телевидении. А что мы сейчас вот делаем? Тепловой насос, так называемый. Значит, вот все наши холодильники – это тепловые насосы. Вот так, чтобы было понятно. Значит, это что значит тепловой насос? Это значит перекачка тепла из одной среды в другую. То есть это никакое не там фантастическое что-то, а перекачка из одного места в другое. С улицы внутрь помещения или из внутри помещения на улицу, если это кондиционирование, охлаждение. Значит, чем эта штука хороша? Тем, что для вот этой транспортировки затрачивается, допустим, киловатт электроэнергии, мощность, а в помещение поступает 4-5 киловатт тепла. Вот, то есть на ровном месте мы имеем, значит, там 4 киловатта, как бы ниоткуда взявшиеся. Теперь, значит, еще одно достоинство теплового насоса. Чем меньше перепад между той средой, откуда берется тепло, и той, которая внутри, тем эффективнее эта установка. То есть летом он работает более эффективно? Нет, нет, не об этом, нет, нет, совершенно нет. Значит, отношение вот тепла, которое взяли из сети, к теплу, которое вошло в помещение, или холода, это, значит, вот летом порядка 3, это в режиме кондиционирования, зимой порядка 4 отношения.
Так? Я могу добавить, теперь, называется CCOP коэффициент. Но вопрос в том, что чем холоднее на улице, тем меньше коэффициент COP преобразования холода в тепло. Поэтому, если мы говорим о эффективных тепловых насосах, то это надо уже бурить скважины и забуриваться, брать 12 градусов из земли. Но это удовольствие очень дорогое. Надо понимать, что киловатт хорошего теплового насоса стоит порядка $1000. Сколько? Вы $1000. Ну, это много, но будем говорить 500. Значит, я говорю самого хорошего, $500. Это Mitsubishi Electric. Да. Работающий при минус 25. Работающий при до минус 25 градусов наружной и дающий внутрь где-то воду 55 градусов. Мы ставим вот такие насосы, поэтому. Значит, эти вещи, значит, во всех странах имеются. У нас это тоже имеется. Вот тут у меня куча литературы по этому поводу. Значит, вот этот коэффициент эффективности, он чем, я еще раз повторюсь, чем меньше отношение, вернее, чем меньше разница температур от окружающей среды и внутри помещения, тем выше коэффициент вот этот эффективности. До 8, если, еще раз повторяю, температура, вот если взять 12 градусов, то там 8-9. Если сделать 13, то да. Вот. Теперь, значит, для чего я это говорю? Есть такое понятие, и часто сейчас делают теплые полы, теплый пол. Чем хорош теплый пол? Это тот же радиатор, только размером, значит, с пол. То есть не один квадратный метр, допустим, который стоит в помещении, а там 18-20 квадратных метров. То есть эта величина, эта площадь позволяет иметь малую температуру воды. То есть 28 градусов – это вполне достаточно для того, чтобы поддерживать зимой, ну, там, наверное, больше, 32. Вот, по крайней мере, вот в Швеции, я у внучки был, значит, 28 градусов всю весну у нее было, с марта по, спасибо, вот, по май. Спасибо. Давайте сейчас, хорошо, Олег Михайлович, давайте ваш комментарий и посмотрим сюжет о Вознесенске. Пожалуйста. Да, я хотел вернуться к вопросу нашего зрителя. Ему почему-то показалось, что мы обидели чем-то атомную электростанцию. На самом деле мы признаем, что сегодня это базовая энергетика, что... А вот Александр Юрьевич, так, например, считает, никто, что это не должно так быть. Сегодня это базовая энергетика, да? С одной стороны. С другой стороны, из нас никто не сторонник, я думаю, там остановить его, ее сегодня, завтра. Мы желаем, чтобы атомная станция долго еще там работала, вырабатывала электроэнергию и так далее. Но с другой стороны, мы не должны быть заложниками этого энергокомплекса. Вот смотрите, для того, чтобы эффективно работала атомная станция, нам приходится то топить пороги, то, значит, уничтожать исторический ландшафт, то уменьшать нам попуски. Нам постоянно, мы заложники, понимаете, водности. Южный Буг потерял водность. И мы сейчас внизу, вот в Николаев, просто какая-то там мизерная часть доходит стока Южного Буга из-за того, что фактически энергокомплекс полностью перехватил это, использует этот самый. Потом, смотрите, когда мы говорим сейчас... Два первых реактора уже выработали, эксплуатационный срок уже закончился. И, конечно, они работают уже с повышенным риском. Сейчас ставится вопрос у нас, и это и есть в стратегии развития области, строительство четвертого энергоблока. Но, простите, откуда сегодня области взять 5-7 миллиардов долларов на строительство этого энергоблока? Конечно, этих денег никто не найдет и никто не пожертвует, это самое. Поэтому не дадут. Я думаю, поэтому, что если бы в свое время перестали финансировать аэропорт, может, уже бы набралась бы эта сумма. Мы почему и больше уделяем внимание, что сегодня
возобновляем энергетика, или, как мы еще говорим, альтернативная энергетика, есть инвестиционно привлекательный, инвесторы готовы были бы вложить сюда там, много там, сотен миллионов евро, если бы в стране, скажем, если бы страна стала более инвестиционно привлекательной, не было там войны на Востоке, например, или не было такого уровня коррупции, которая это самое, конечно, инвестор бы к нам пришел, вложился в альтернативную энергетику, а технологии уже позволяют. Потому что когда мы начинали 100 киловаттных ветряков, то все смеялись. А потом мы проспали, Европа начала сначала мегаваттные, потом 3-4 мегаваттные, я думаю, они уже эксплуатируют и 5 мегаваттные турбины. Спасибо, Олег Михайлович. Тут вот я обещал прямую связь со зрителями, ну вот я вам сейчас озвучу один из комментариев. Если я не ошибаюсь, альтернативные источники дороже, чем газ. Тем более, что они предусматривают серьезные затраты на эти технологии. Тот же биогаз из мусора завод по переработке построить сколько стоит. Поэтому на сегодняшний день самым актуальным есть энергосбережение. А параллельно уже развитие других источников энергии, тем более, что энергосбережение при этом своей актуальности не теряет. Вот Александра Юрьевна и Дима, Дмитрий, пожалуйста. Да. Хотелось бы коротко ремарку на эту тему дать. Ну, во-первых, мы забываем, что альтернативные источники энергии — это не только тепло, правильно, это и электроэнергия. Поэтому как бы говорить сегодня о том, что перейти к энергосберегающим технологиям и при этом параллельно развивать, это как бы, ну, смотря о какой части направления этого мы говорим вообще, да, в принципе. Но по поводу атомных, вот все-таки коротко тоже, вопрос не в том, против мы или за, да, просто нужно понимать, как бы, во-первых, тенденции, которые в мире происходят в современном, да, понимать, что действительно все равно это совершенно разные, как бы, и с точки зрения экологической безопасности, да, источники энергии, и по поводу затрат, в общем-то, если посмотреть по расходам, это будет не дешевле в любом случае, чем любой крупный объект, чем альтернативное развитие вообще альтернативной энергетики. Плюс, опять же, касательно реакторов, да, что установка, что реконструкция, это тоже колоссальные суммы, которые довольно-таки существенно ударят по бюджету, да, страны. А в теперешней ситуации, плюс, опять же, еще маленький вот момент добавлю, атомные электростанции работают в базовом режиме. Если мы говорим на сегодняшний день про то, что в период пиковых, выбачаюсь, вот украинского мова, у нас как пиковых на украинском, не переходите на российский. Ну, просто как бы формат программы русский, да, я больше... Вот, если мы говорим про... Так, ну, основная часть. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про період пікових навантажень, так, чому ми столкнулися взагалі з такою проблемою, як відключення, так, електроенергії, оці вірні, да, відключення. Тут, знову ж таки, треба розглядати, що наразі для балансування в період, коли не вистачає цієї електроенергії, держава вимушена звертатися більшою частиною саме до ТЕЦ, так? Тому що, ну, на сьогоднішній день це такий найбільш оптимальний варіант, де можна дійсно оці недостачі перекривати. Проте ті ж вітроелектростанції можуть без всяких перешкод, в принципі, так, допомагати у цей період саме балансувати електроенергію в об'єднаній енергетичній системі. Ну, проте, знову ж таки, є і недоліки. Так, нам потрібно дійсно розвивати ще й взагалі наш стан електромереж, щоб вони могли, в принципі, в перспективі от, всі ці навантаження отримувати. Дякую, Олександра Юріївна. Давайте послухаємо глядача. Нарешті дамо слово Дмитру Канарському. Будь ласка, кажіть, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви говорите об альтернативній подачі тепла на дом, но жителі многоквартирних домов інтересує, звісно, яка буде подача там газу, углем там, или альтернативно там, пелетами. Нас інтересує поэтажная, поквартирная оплата за полученное тепло. Многоэтажные дома – это совсем разное, значит, получение тепла квартиры. Даже 19 градусов человек уже будет платить даже самые те же 600 гривен или 700 гривен. А первый этаж при тех же 19 градусах и не получает тепла. У него будет 19 градусов, но батареи будут холодные. 33 градуса, вы говорите, на обратке. А он будет платить так, как седьмой и восьмой этаж, который хоть чуть-чуть теплые батареи. Что сделали? Уменьшили подачу тепла на дом и увеличили в два раза тариф. Это что такое? Если даже поставить когда-то счетчики тепла на
на батарею кума, так хочу наше государство так раскошелиться, да, все равно заставит как бы до канала поставить общий счетчик, и разницу все равно заставит население возмещать. И не факт тому, что при затрате установки тепловых счетчиков в квартиры не будет постоянно увеличиваться тарифы, мы никогда не окупим эти счетчики. Я хотел бы узнать, как людям справедливо платить, которые не получают тепла. Хорошо, спасибо. Ну, поскольку зритель задал совершенно конкретный вопрос, Дима, Дмитрий, попрошу немного подождать. Вот, господа, вот вы вдвоем в унисон кивали на слова о том, что счетчиков квартирных не будет никогда. Вот объясните, пожалуйста. На этот момент, да, хочу ответить. Дело в том, что все наши дома, которые построены при Советском Союзе, у них у всех вертикальная разводка радиаторов. Поэтому в каждую квартиру от радиатора в комнате уходит тепло в следующую квартиру наверх. Поэтому для того, чтобы поставить в квартире теплосчетчик, это надо в каждой комнате, на каждый радиатор поставить этот теплосчетчик. Цена теплосчетчика достаточно высокая. Там от 200 долларов выше, ну, цены большие. Поэтому поставить 4 счетчика на квартиру, я думаю, что никто не в состоянии этого делать. Это надо делать по-другому систему разводки. В этих домах систему разводки никто не поменяет. Поэтому, скажем, говорить, что в каждой квартире будут стоять счетчики, они там не будут, в старых домах не будут стоять никогда. А новые дома мы что-то уже несколько лет, по-моему, не строим, да, почти что. Спасибо. У нас, знаете, спросил я одного из участников нашей передачи, прошлой, которая касалась тарифов, как тебе, вот, он говорит, ты знаешь... Ощущение, что не было никаких светлых пятен. Говорит, оно подтвердилось, когда я пришел на работу, а мне моя сотрудница сказала, так что, с ними воевать бесполезно. Говорит, с кем с ними? Ну, с ЖЭКами. Вот я так понимаю, что нам действительно вот из того, о чем мы говорим, как-то вот со светлых пятен совсем не остается. Нет. Пожалуйста, пожалуйста. Я прокомментирую, в каком плане. Как коллеги, могу вас порадовать. Значит, я в городе Киеве присутствовал. Первый квартирный теплосчетчик на вертикальную разводку, я видел проект и видел это, но только для однокомнатных квартир. Ну, вы поняли, да? Если вы понимаете, да. И сегодня, да, два дня назад я получил уже технические условия, ну, не технические условия, а заявление от человека с фотографиями на установку квартирного теплосчетчика. И мы выдадим... Цена вопроса? Ну, цена вопроса в городе Киеве, это порядка 30 тысяч гривен. Значит, кто наш? Не, я, вы спросили, я ответил. Нет, я же говорю, значит, что такая, что проще платить. Простите, а счетчики кто выпускает? Вот такие? У нас отечественные есть. Да, есть отечественные. Там они стоят 30 тысяч гривен. Нет, это, вы поймите, это проектная, это проектная цена вопроса. Все вместе, да? Это а пилот, сам пилотный. Сколько стоит? Порядка 200-300 долларов. Наши отечественные. Да, да, есть долларов. Это в зависимости от типа, что вы хотите там применить. Но по поводу светлых пятен. Значит, светлые пятна у нас всегда есть. Значит, объясню то, что нужно для жильцов. И для... На сегодняшний день государство не финансирует, а, будем говорить, требует от теплогенерирующей компании устанавливать приборы учета, то, что мы и делаем. Мы стараемся это сделать. Вторым этапом, подчеркиваю вам еще раз, вторым этапом должно быть термосонда. Домов. Модернизация. Термомодернизация. Сегодня по оценкам западных экспертов на потерях тепла, то есть на внешних потерях тепла домов, мы теряем порядка, жилец теряет 40%. Сегодня в Германии принят норма 15 гигакалорий для двухподъездного 9-этажного дома. Наш дом потребляет 65 гигакалорий. Сегодня, поверьте, я присутствовал, приезжал Держэнергоэффективность, глава, который уговаривал владельцев ОСМД брать кредиты на термосанацию этого дома. Пришло 100 человек председателей кооператива, и ни один не пошел навстречу вот этих предложений. Ни один не обратился в банк за этим кредитом. Хотя банк, да, дорогой процент, но 40% экономии после термомодернизации будет? Будет. Сегодня горисполком и область уже на сессии горисполкома приняли 70% тела кредита погасит. Так берите, действуйте. Нет, у нас заберут квартиры, у нас заберут этот. Где что ж заберут? Сидит представитель Ощадбанка, сидит представитель Укргазбанка, говорит, да
не будет ни залога, ничего не будет. Вам нужно иметь на расчетном счете 10 тысяч гривен. Так действуйте. Когда в доме 50% пенсионеров, да, нет. И по телевизору смотрят, что Верховная Рада предлагает отменить пенсии, то, конечно, не трудно. Да. То есть есть какие-то моменты. Но это не тема сегодняшней Вот эти есть светлые пятна. И дальше последнее светлое пятно. После прибора учета многие спрашивают, как регулировать, как это. Надо переходить на ИТП. Нужно переходить на индивидуальные тепловые пункты. Значит, надо переходить, у нас сегодня нерегулируемая подача теплоносителя на здание, мы должны переходить на насосы, мы должны вообще переходить на независимую схему, которая принята, например, в Дании, в Швеции, там есть моменты. Вот. И на те же погодные регуляторы тепла. Мы также в этом комплексе должны принять. Вот это и есть светлые пятна для наших жителей, для наших жильцов. Переходить в ОСБ, брать в руки, так сказать, ответственность, а не надеяться на ЖЭК, не надеяться это. Сегодня же многие жители, вот сегодня там спрашивают, а когда теплосчетчик? Да с 99-го года ставят приборы учета. Многие жители города Николаев за свои деньги эти поставили и давным-давно экономят. А кто-то, да, сегодня надеется на государство. Но государство вот сегодня только решило в 2015 году этот вопрос решить. Пообещало, по крайней мере, да, и мы обещаем. Спасибо, Игорь, очень коротко. Очень. И наконец-то Дмитрий уже безо всяких... Да, прошу прощения, что встреваю. Вот, но очень короткая ремарка. Опять Швеция. Так вот я вам скажу, что... Игорь, ты же специалист по Израилю. Нет, уже по Швеции. С 2016 года, вот с нового года, в Швеции вступает закон, не касающийся энергетики, благодаря которому дети до 18 лет будут получать лекарства бесплатно. Так вот, когда мы дойдем до вот этого момента, тогда у нас будет как в Швеции. Либо наоборот. Если мы решим вопросы энергетики, то будет и бесплатно. Да. Если они решили вопросы энергетики, решили вопросы газозамещения, решили вопросы ветра. Если вы говорите, сегодня программа у нас до 2020 года. У датчан программа до 2050 года. У них в 35 году они должны выйти на 85% сокращения выброса СО2. А в 2050 они должны вообще, у них вообще не будет выброса СО2. Вот о чем. Тогда будут лекарства. И будет и пенсии бесплатно. Спасибо, Дмитрий, коротко. И у нас еще есть два человека, которые вообще практически не говорили за всю передачу. Пожалуйста. Там вам зритель в электронном виде давал свое видение вопроса. Он почему-то сказал, выразился о безальтернативности газа. Но если рассмотреть повнимательнее, и если бы зритель смотрел все-таки сюжет, он бы увидел, что с пилотными котлами для организации уже в два раза дешевле. То есть это уже альтернатива, как минимум, и кажущийся паритет для частных потребителей, в общем-то, актуален только тогда, когда котел стоит индивидуальный, то есть транспортные потери тепла минимальны. И, соответственно, мы переходим к проблемам теплотрасс, да, теплопотери на них в среднем где-то 30%. Если мы возьмем еще сильно морально и физически устаревшие котельни, я не скажу, какой у них КПД, это скажет вот наш коллега, но я не думаю, что... Их же нельзя эксплуатировать. Да, вот именно та паровая котельня ПГ-72, я уверен, что там 93 не меньше. Вот, то есть где-то 50%. Если мы их возьмем, умножим на те 70%, которые доходят до потребителя, у нас останется 35%, это треть тепла доходит до потребителя. И мы сейчас говорим о том, что давайте не модернизировать вот эту всю систему, а давайте каждый человек будет отдельно за себя платить на модернизацию, на уменьшение теплопотерь в квартире. Люди этим и так занимаются, вы, наверное, заметили, уже все дома облеплены в очень некрасивой форме, но тем не менее каждый решает этот вопрос как может. Поэтому я считаю, достаточно спекулятивной программой была одного из кандидатов в мэры николаевских о том, что вот, а давайте сделаем всем такое счастье в виде там теплого дома, и потому что на самом-то деле все равно все затраты бы не компенсировали. И точно так же в доме жила бы бабушка, которой сказали бы, представляешь, мы тебе там 15 тысяч гривен сэкономили, но 15 еще добавь. Она бы этого не сделала. Соответственно, эта программа потерпела бы, скорее всего, фиаско. И
конечно же, нужно модернизировать то, у чего есть один собственник. Это, как минимум, это ваши котельные, и потом это теплотрасса. Это, мне кажется, логично. Спасибо. Виталий Анатольевич, тут был еще комментарий зрителя о том, что все правильно говорит специалист. У нас на доме теплосчетчик окупился за один сезон. Я, наконец-то, с облегчением все-таки хочу показать сюжет о том, как комплексно. Мы говорим о каких-то частностях, хотя все, в общем-то, говорим о необходимости комплексного решения. Я хочу показать, как в Вознесенске комплексно решаются проблемы, а потом, наконец-то, очень хотел бы услышать ни много ни мало члена-корреспондента Инженерной академии Украины. А сейчас смотрим Вознесенск. Проект зниження рівня енергоспоживання в будівлях лікарні міста Вознесенськ реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та за умови співфінансування Вознесенської міської ради. Термін – 3 роки. Грант в рамках конкурсу «Регіональна програма сусідства», «Сталі урбаністичні демонстраційні проекти на Сході» отримала фундація польсько-української співпраці «Паусі». Конкурс мав на меті підтримати міста в регіоні Східного партнерства щодо практичного впровадження планів дій зі сталого енергетичного розвитку, які були напрацьовані добровільними зобов'язаннями передбаченими угодою мерів. В рамках проєкту передбачається здійснення комплексного енергоаудиту, запровадження енергоменеджменту, заміна обладнання. Ми плануємо скоротити споживання на приблизно на 62%. І це буде відбуватися завдяки впровадженням технічних заходів в будівлі. Їх дуже багато: утеплення фасадів, заміна вікон, це модернізація вентиляції, системи опалення, електропостачання, освітлення і так далі. І все це будемо впроваджувати ми спільно з міською радою в проєкті. Додатково передбачається консультування мешканців Вознесенська та Миколаївської області щодо ощадливого споживання енергії, принципи правильного підбору матеріалів та термомодернізації будівель, залучення студентів місцевого коледжу для проходження стажування. Загальний бюджет проєкту становить понад 800 тисяч євро. Європейські партнери надають 80% коштів, 20% має профінансувати Вознесенська міська рада. До складу наглядової ради війшов депутат Миколаївської обласної ради, представник громади Вознесенщини Владислав Невеселий. Я буду стараться делать качественный контроль, буду всячески помогать информационно, либо что здесь нужно будет. Ну, мы будем как бы контролировать этот весь процесс. Но, значит, что они собираются здесь делать? Здесь будет, получается, замена идти. Ну, энергоэффективность, это сейчас самое модное, что, будем говорить, есть. Да, все к этому стремятся. И в нашей, моей непосредственно программе, как депутат, это тоже был один из пунктов. Значит, здесь будет замена идти окон, замена системы отопления, нагрева воды, утепления фасадов, ну и много-много другое, то, что непосредственно связано с энергоэффективностью. Ключове завдання даної програми – це демонстрація новітніх енергоефективних технологій, їх практичне застосування та виховання у населення ощадливого використання енергоресурсів та води. Георгій Вадимович. Очень приятно, что плавно дискуссия подошла как бы к вопросу холистического видения, то есть вот в этом, казалось бы, узконаправленном вопросе, связанном с энергетикой. Действительно, нам надо всем понять, что мы находимся в одной лодке, то есть социум и государство. Нужно понять следующее, что взаимовыгодные, партнерские взаимоотношения населения государства вот является основой тех преобразований, о которых мы сейчас все говорим здесь. И об альтернативных источниках, и о производстве возобновляемых, и всего прочего. Созданы и существуют единые энергетические сети. Но тариф как бы почему-то не падает, да, как-то возрастает и так далее. То есть здесь дискуссия возникает вот по вопросу, как будет дальше, собственно говоря, развиваться страна Украина, как будет, собственно говоря, расти благосостояние народа и так далее. Мы все знаем много методов, которые определяют и, ну, собственно говоря, покупательную способность населения и так далее. Мы можем вспоминать, безусловно, самые хорошие примеры и скандинавских стран, в том числе Дании, которая вышла из потребления слишком большого, она, по-моему, была на втором месте после Америки, да? Вот Дания совершенно маленькая страна, которая сейчас вот все практически здесь говорят о ней. Да, действительно, но вышла как раз вот через программы социально
государственного партнерства, социально-экономического государственного партнерства, когда были созданы все механизмы для того, чтобы население не боялось брать кредиты, чтобы верили тем институциям, которые существуют в государстве, и, собственно говоря, совместно выходили с этих кризисных моментов. На сегодняшний день мы знаем, что есть много способов и развития, и в том числе экономии этой же энергии. Допустим, по термосанации, по приблизительно, значит, посчитанным цифрам специалистами НКРЭ, мы где-то можем поиметь около 200 миллиардов гривен только лишь по бюджетным, да, установкам. По бюджетным установкам. Да. Вот, то есть, грубо говоря, когда будет население уверено в том, что государство не бросит нас, грубо говоря, да, под вот этот пресс сложных и тяжелых для нас тарифов, и когда мы, вот, дискутируя на такие темы, будем показывать, что есть возможность у государства вот на сегодняшний день не ждать, допустим, исключительно грантовские какие-то проекты, а зарабатывать и получать, собственно говоря, экономически обоснованные, да, тарифы, экономя на, собственно говоря, вот тех ресурсах, которые у нас есть. Вот, поэтому площадка великолепная, нужно постоянно собираться вот как раз в формате и государственных служащих, и желательно, да, представителей ОСББ, поставщиков, и решать совместно вопросы, которые сейчас всех волнуют. Все вопросы зрителей, они действительно актуальны, и наша задача, и науки, и практического применения этих вопросов привести как раз к этому единому знаменателю для того, чтобы сбалансировать потребность и... Спасибо большое, Григорий Владимирович. Вот у нас перед началом программы возникла такая оговорка по Фрейду. Да? Значит, у нас Юрий Николаевич Харитонов, он вообще директор Центра прикладных исследований. У нас было написано перспективных, он нас вовремя поправил. То есть из неких исследований, которые, ну, вроде как бы там, как высокая мода, да, рассказывают о том, что будет когда-то, оказалось, что вы человек, который занимается самыми, что есть, практическими вещами. Меня там, между прочим, пишут, а что же, говорит, ну, он ученый-то сидит и молчит. Так что вот я думаю, когда мы заговорили о практическом применении всех тех теоретических знаний, которые мы здесь обсуждали, наверное, вам просто сам Бог велел слово передать. Ну, большое спасибо. Честно говоря, я молчу почему? Потому что хотелось бы обобщить все то, о чем мы здесь сегодня говорим. И если вы заметили, что каждый говорил о разных источниках энергии, о разных эффективности, о разном воздействии на социальные проблемы, экологические проблемы и прочее. И каждый источник, как это ни парадоксально, имеет право на жизнь. Весь вопрос только в том, где его рациональное место. То, что касалось вопросов основных. Как бы хотелось бы сказать, что в передаче прозвучало только два раза слово «энергетический менеджмент». Первый раз я о нем сказал, и второй это было в репортаже. И один раз прозвучало слово «энергоаудит». Это те базовые платформы, от которых строятся все политики, которые касаются вопросов энергетики. И вот то, что касается центра, то центр действительно сегодня пытается решать вопросы системной увязки всех источников энергии и потребителей для того, чтобы можно было минимизировать те расходы, которые на сегодняшний день как бы видятся на горизонтах при реформировании, ну, в частности, системы теплоснабжения. То, что касается прикладных вопросов, ну, я хочу сказать так, и Виталия поддержать. Мы, как центр, разрабатывали для города схему системы оптимизации теплоснабжения. Мы ее разрабатывали и для Южноукраинска, мы ее разрабатывали для Первомайска и других городов Украины. Наследство, которое достается облтеплоэнерго, оно действительно очень тяжелое. И сегодня весь вопрос расстановки иерархии производства работ,
он, безусловно, является превуалирующим для того, чтобы можно было сказать, что да, эти мероприятия должны быть в первую очередь сделаны, эти во вторую, эти в третью. Вот здесь как бы наука и показывает свое участие в решении этих проблем. Но не случайно человек, который, как здесь было говорено, продает нам тепло, он поставил вопрос о потреблении тепла. И действительно, сегодня вопросы снижения потребления тепла у самого потребителя, они являются определяющими для развития систем теплоснабжения. Ну почему? Если, допустим, в микрорайоне мы с вами проведем термомодернизацию, то, безусловно, на 30-40, а даже более процентов можно будет снижать мощности, которые должны генерироваться. Да, что за этим потянется? За этим пойдут котельные, за этим пойдут диаметры трубопроводов, а это все как бы такие большие комплексы вопросов. Поэтому здесь при всей как бы, при всем многообразии таких технических решений, технологических, да, важный вопрос, это, конечно, организационный вопрос. И вот Юрий Вадимович, у него и диссертация будет посвящена вопросам энергосбережения. Он сотрудник нашего центра. Вот, я думаю, что здесь и организационные, и технические, вопросы будут увязаны вот в один вот этот узел. Мы говорим о критериях, и постоянно звучат вопросы, что это дешевле, это лучше. Но я думаю, что коллега, который сидит рядом со мной, он скажет, что экологические критерии, они, безусловно, являются определяющими. Я бы хотел вам сказать о том, что в Рио-де-Жанейро в 2012 году, по-моему, Пан Ги Мун сказал о том, что мы должны оставить последующим поколениям условия жизни не хуже, чем мы имеем их сейчас. И я думаю, что вот эта задача, она реализуется через все те проблемы, которые сегодня здесь мы оговариваем с вами в студии. И думаю, что основой этих решений, безусловно, должно быть понимание сложности этой проблемы, привлечение максимально и информационное обеспечение населения к тем задачам, которые должны быть решены на их уровне, к тем задачам, которые должны решаться на уровнях более высших, на властных, на государственном уровне, то есть на уровне международного сотрудничества. Вот я думаю, что вот это будет платформой того, что мы действительно сможем в перспективе решить такую сложную задачу, как снижение тарифов, то, о чем мы сегодня говорим, реализации концепций, которые связаны с модернизацией наших котельных, прудов и прочее. Спасибо большое. Вот, тут вот зрители пишут, что у нас первая половина программы прошла как научно-практическая конференция. Однако я понимаю, что без каких-то моментов, вот, связанных с объяснением того, откуда что берется, нам было бы не обойтись. Да, секундочку, да. Однако все-таки очень хочется, чтобы мы, уже приближаясь к финалу, совсем немного осталось, мы бы поговорили, вот пока тут 5 минут, а поговорили о том, какие практические выводы из этого можно сделать. И давайте очень коротко вы, потом я хотел бы, чтобы Александра Юрьевна сказала, поскольку она, в отличие от всех нас здесь присутствующих, единственный человек, который знает, что там делается в правительстве, поскольку в правительстве используются некоторые из ее наработок уже, как я говорил, в существующих законах. Давайте вы, пожалуйста, Александра Юрьевна. Я хотел бы поднять еще одну проблему. У нас нету рынка тепла. У нас есть сегодня несколько монополистов, которые производят тепло, транспортируют его до конечного потребителя. Если мы разделим систему транспортировки и производителя в разные хозяева этих систем, то получается, что транспортировщик начинает покупать тепло у производителя. После этого появляются другие производители тепла, которые говорят, а мы тебе продадим тепло дешевле. Вот у меня есть котельная, у которой рассчитана мощность на один дом, рассчитана мощность по всем стандартам, у нее 700 киловатт котельная. Но два котла одновременно никогда не включались. То есть, в принципе, сегодня можно, я мог бы продавать полностью тепло 700 киловатт в час дешевле, чем тариф, который есть. Чем больше количество продается, тем меньше можно делать стоимость. Но производитель тепла, который подает тепло дальше, он у меня не купит это тепло. Он хочет продать свое тепло. И вот когда мы разделим производитель-поставщик, появятся новые производители, которые будут стараться на рынке тепло продавать дешевле, чтобы продать его больше.
И тогда тариф может снизиться. Это тоже вот ответ к тому вопросу, почему на Чигирина тепло дорогое. Потому что мы его очень мало продаем. Спасибо. Александра Юрьевна, мы уже стремительно приближаемся к финалу, поэтому, пожалуйста, что нам из всего этого следует? Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что все-таки я так надеюсь, что мы смогли убедить, что положительный момент есть, да, как бы перспективы есть, и над ними просто нужно работать, дорабатывать. Естественно, законодательство не идеально, но вот здесь хотелось бы сказать по поводу научно-практической конференции, да. На самом деле, как бы, в принципе, на сегодняшний день как можно больше об этом нужно говорить, потому что вот совсем недавно мне попалось интервью, буквально 2 секунды, я просто выдержку зачитаю. Здесь глубоко уважаемый заступник министра экологии Светлана Коломеец давала интервью, и вот такая была, значит, цитата, да, дословно. «На данный момент в країні немає затвердженої енергетичної стратегії, яка б передбачувала, яким чином ми будемо перебудовувати свою економіку, яким чином, ну, на інші альтернативні джерела енергії, яким чином ми будемо скорочувати викиди СО2». І от все ж таки хотілося наголосити на тому, що наразі на сайті Верховної Ради України, так, в відкритому доступі є всі стратегічні документи, ну, ключові документи, які стосуються цієї сфери. От все ж таки в нас є і план, національний план дій з відновлювальної енергетики, який, до речі, був прийнятий 1 жовтня 2014 року, а інтерв'ю датоване саме 15 грудня цього року. Ну, тобто, все ж таки поінформованості не вистачає навіть на таких, ну, на такому високому рівні. І як ми можемо розвивати взагалі цю сферу енергетику в цілому, якщо нам не вистачає поінформованості навіть в таких структурах. Тобто треба доопрацьовувати. На жаль, я не можу змусити усіх членів Кабміну дивитися нашу програму. Втім, я дуже сподіваюся, що їм перекажуть. Дякую за те, що так плідно ми попрацювали сьогодні. Я дуже сподіваюся, що, незважаючи на складність матеріалу, все ж таки наші глядачі зрозуміли багато чого нового, цікавого та складного, і це складне стало для них більш простим. А закінчуючи нашу програму, я хочу знову ж таки дати буквально по пів хвилини нашим гостям для того, щоб підвести підсумки. Будь ласка. Значить, ще раз хотілося б, звісно, відмітити, що без програми, яка має бути на рівні держави, значит, это реализация вот наших всех идей альтернативных, солнечной энергии, ветровой энергии, это невозможно. Значит, должна быть стратегия, которая есть, например, во всех европейских странах, с определенными сроками, с определенными указаниями, что делать. Но хотелось бы пойти, конечно, по пути. Значит, центр в некоторых вопросах не знает конкретику регионов. На Западе или в Европе вот эти вещи отданы мэриям, муниципалитетам, и мне всегда видится, что программа, даже стратегический план, который там должен быть в стране, он должен привязан конкретно там, к Николаевской области или там, к Львовской области, потому что каждая из этих областей имеет свои природные ресурсы, у нас это ветроэнергетика, у львовян это там щепа или это, Луганск это уголь. То есть вот это хотелось бы, чтобы была программа и чтобы она была конкретно привязана к каждому региону. Спасибо, Анатолий Анатольевич. Я прошу прощения, что не дам вам высказаться, уважаемые господа. Только что показали, что мы уже сильно перебираем время. І тому я хочу наголосити на тому, що наша програма, звичайно, не остання на цю тему. Як дуже вірно було сказано, можна на цю, так, на багато інших тем, які тут обговорюються, говорити не одну, ні дві, навіть не 10 програм. Ми обов'язково зустрінемося, ми обов'язково будемо говорити кожного четверга про те, що є найважливішим у нашому житті. Дякуємо, що усі були з нами, і дуже сподіваюся, що ця програма була нам корисною. Дякую.